Все было. Это спасибо, вон мои соседи, друзья, мы вот вывезли тут тачками, ведрами, вот в 6 утра гребемся. Только-только вот присели. А в момент попадания находились дома? Дома мы с мужем находились. Он был на кухне, кухня у нас не пострадала, она пристроена, и мы это... А я вот там на кровати лежала, телевизор включен был, вышла, думаю, что он там, ну, пора уже там отдыхать идти или как, что... Ну и только вышла, и как, я не поняла, как-то оно, все непонятно было, что оно случилось, я поворачиваюсь, дым на чердаке, возгорание было, сразу там немножко кричу, может, мы еще и горим вдобавок, давай быстрее лестницу, в воду там залил, ну там немножко, оно ж нам провода отрубило от столба, все, ну, так что, ребята, да. А во сколько это произошло? В 1:30 ночи. С украинской стороны, ну, последнее к нам попадание, и пошла тишина. Наверное, со стороны Дзержинска, как мы думаем, потому что все осколки, он соседям заборы, стекла, все повылетало. Так что, все уже. Но нас это все не устраивает, нас устраивает, что его надо восстановить и продолжать жить. Мы с мужем 35 лет женаты. Нету больше слов сказать. Только могу, знаете, как по-русски высказаться. Ну, уже, я уже и по-русски сегодня разговаривала, и по-всякому. Благодарила наше все правительство с украинской стороны. Раненых, что? Пострадавших нет? Нету. Нет. Слава Богу. Обошлось, наверное, вот. Есть еще какой-то где-то, да, что надо было в это время. Встать с кровати и выйти со спальни в другую комнату. Все вывезли всю штукатурку, все с хаты. Вот это вот. Порошенко большой привет передайте. Угу. И в ножки ему поклониться, что он тварь это делает, чтобы ему это все вернулось 10 раз. А вот самое главное, материал, ждите, придет очередь. Мы понимаем, что мы не первые и, наверное, не последние. Все мы прекрасно понимаем, но мы хотим жить здесь, дальше, заработавший пенсию муж, вложивший в шахтерский труд сюда. И остаться к старости ни с чем. Еще и пенсию те курвы не платят украинские, которую заработали. Все уничтожили, что было. Все. Уничтожено все, ребята. Ну, кто говорит, что саушки. Я не знаю, что оно прилетело, потому что мелкие осколки, оно, видать, до крыши дотронулось, как мне объяснили, и рассыпался он. И вот это волной, видать, пробило, как раз, видать, на этом месте вот пробило, потому что больших желез, видите, пол, оно ничего. Мелкое, мелкие, вот мелкие осколки, и в соседей, на соседей пошло. Главное, что это все равно с украинской стороны, потому что все пошло мелочевком на соседей, там, если забор... Стекла, окна, вот там в огороде тоже еще один снаряд у соседей напротив упал. Тоже людей, козлятник, сараи полетели. Ну мы просто, у нас прямое, сама больше досталось, а именно дом развалился, так что. Заходи сюда, вот сюда, подожди, не фотографируй пока, вот сюда зайди вон до ведра. Тут вот, уже мне все смотри, подняли, вот это вот все равно валялись. Смотри, вот это все было повыбито, там уже повставляли все. Угу. То она же осколками дымоход разбитый, блядь. А рамы вот так полностью прошли. Вот эти рамы, все, вот это все повыбрасывал на земле, это я уже все попробивал. А вторые рамы пойдем, мне идет пойдем, в дом. Пойдем, пойдем. Вот так все прошло и в спальню. А это живой дом, да? Ну да, я с мамой живу. Это у нас его бьют постоянно, я его не успеваю замазывать. Парень, вот. Пойдем. Два года назад хозпостройки сгорели. 15 августа, 17 августа вот разбили. Это вообще, говорю, кошмар. Это какое-то, я не знаю, место. Ну и уже присыпали. Вот это... смотри, вот этого забора шифера вообще не было. Вон, видишь, что сарай. Так... Ты к людям зайди, вот это, они тебе дадут сфотографируют. Вот видишь, сарай. Вот это сегодня, тут яма была, это уже сегодня все поприбирали. Вот тут дерево было, оно улетело. Вон оно куда улетело. Ну, все сгорело. Конец огорода.
А вы дома находились в этот момент, да? Да. А во сколько это произошло? 1:30 ночи. Мама в одной спальне, она мне слепая, 82 года. Я в другой. И вот бьют, вот, гляньте, там замазано, тут сараи побитые, все погорело. Ой, я, ну, чтоб они уже, падла, повысь сдохли. Кровопийцы. Так, идите, пройдите сюда, ничего. Куда? Туда, да, проходите? Вот сюда, вот, смотрите, вывалилось все у нас. Сейчас, ну так, немного. Вывалилось все, просто сделали. Забор вот этот же бетонный, весь вывалился. Вот это все было здесь. Козу завалило две. Я вытаскивала, все выкидывала ночью вот это. Весело было. Это. Можно еще? Не могу открыть. Забор задержал. А во сколько это произошло? Ну, вот это где-то без 15:02, вот так, ночью. А сколько всего, не знаете, домов вот пострадало здесь? Вот еще, сейчас скажу. Ну как, это у нас считается мелкие, да? 1, 2, 3, 4, 5 мелких. Ну, вот такое, я считаю, что это... А вот 1/6 дом, что это... Ой, ну. Это в который попало в крышу, да? Да, ну, напротив. Попала, это серьезно, да. А так 5 вот это стекла, что вот вы видели, там заборы. Ну, все это деньги наши, заработанные. Не знаю, вроде крышится. До этого били нам крыши, но мы так подлатали. Этот сделали, стал уже у нас от этих бахов, он стал, движение стал сыпаться. Пришлось вот. 3 месяца мы его делали. А вы в этот момент дома, да, находились уже? Я в этот момент закупорку делала. Закатывала. А тут слышу, я в погреб побежала. Идемте сюда, пойдем. Вот это крыши били, все начало у нас это. Вот это в погреб открываю и туда заскакиваю. Все, больше мне негде спасаться. Вот смотрите, вот еще, да, это 6-й мелкая. Все было высыпано, все.